Микс Киаби, сток, мешок у нас весит 11 килограмм. Первым у нас идет хлопковая футболка, размер указан 3XL. Все вещи новые, с этикетками, ну или по крайней мере стараются быть с ними. 38 размера джинсы. Так, что это у нас такое? Платье, по-моему, да, 42 размер указан. Марка T-Woman 44 размера. Вот такая вот хлопковая блузка с короткими рукавами. Так, джинсы марки Я-Я. 40 размер здесь указан. Упаковки. Так, футболка Polo. Размер указан 2XL. Достаточно большие размеры, кстати. Присутствует марка Veramont. 38 размер. Вот такая вот блузка с пайетками. Опять же, упаковки все это дело. Так, размер указан S-ка. Это у нас, по-моему, да, хлопковое платьице какое-то небольшое. Шорты. Опять же, марки Kia Woman. 38, да, размер указан. Так, футболка Polo, размер указан L-ка. Опять же, марка Kia Woman. Это у нас размер L-ка. Такая вот блузка. Так. И Woman 46 размера, вот такое вот платье, небольшой даже поясок есть. 40 размера купальник, да, я вот подумал, что это боди какой-то, но ведь, да, купальник. 40 размера джинсы, кстати, очень легкие такие, знаете, прям невесомые. Марка Key Woman, размер указан, Элька, это у нас хлопковая майка. Так, еще одно, по-моему, платье. Да, 40 размер указан. Так, новая рубашка. 37-38 размер. По упаковке, опять же. Шорты. 44 размера. Так, а здесь у нас размер указан МК. Еще одно хлопковое платье. Мы такое уже видели. Так, а какие Woman, опять же. 40 размера шорты белые. Так, блузка с длинными рукавами, тоже 40 размер указан. Так, 50-52 размер. Это у нас, ну, можно сказать, что почти классические штаны. Но они достаточно легкие, летние. Так, размер указан M. Это у нас, по-моему, танковка женская. Так, марка Kia Woman 40 размер. Вот эти вот шорты. Опять же, марка Kia Woman 40 размера блузка с короткими рукавами, с хлопком. Так, бюстгальтер. Здесь у нас 44 размер почему-то указан. Да, 44 размер. Ну или купальник, может быть. Так, скорее всего, купальник. Так, марка Kia Woman 44 размера, еще одно платье. 46 размера шорты. Танковка, опять же, и Woman, размер указан XL. Значит, интересно выглядящее. Так. Размер указан S. Это я даже не знаю, что может быть. Наверное, может быть, конечно, платье. Так, марка Kia Woman 36 размера. Еще одно платье хлопковое. Так, достаточно широкие такие большие шорты 10 размера. Так, размер указан 3XL, это у нас вот такая вот футболка. 36 размера шорты. Так, размер указан XS, это у нас еще одно хлопковое платье. Так, еще одни шорты хотел я сказать, но это у нас штаны, тоже марка Kia Woman, 40 размер. Так, 40 размера, опять же, марки Kia Woman, женская блузка хлопковая. 38 размер, еще одна блузка. Рукава примерно где-то на 3 четверти, тоже туда ходился, нет. Так, что-то типа балеток, наверное. 38 европейский размер. Кожаные. Кожаные, говорят, да. Давайте посмотрим. Что-то прям интересно стало. Да, да, да. Кожаные вот такие вот балетки. Так, опять же, марка Kia Woman, 44 европейский размер, очень длинное такое вот платье, хотел сказать, юбка. Так, 38 размера, опять же, шорты.
42 размера, по-моему, то ли футболка, то ли танковка. Наверное, скорее всего, футболка. Так. Опять же, Альсуэрт почему-то здесь написано. 40 размера вот такая вот блузка. Новая кепка. Берем сорока. Так, футболка Polo, размер указан, LK тоже. Так, опять же марка Kiwoman. 38 европейский размер, это у нас платье. Так, здесь у нас вот такого рода туфли были, давайте посмотрим здесь. Так, марка Zara Basic, кстати, 37 размер указан здесь. Туфли на высоком каблуке, отличное состояние. Так, тоже сорок уберем. И последняя вещь, которая у нас идет, это тоже марка Kiwoman, кофтовая блузка 46 размера. И на этом все.